же весна. Алло. Вот так то лучше. Какое солнце, какие лучи. Ты что делаешь? Я загораю. Ну вот, наконец-то можно посудить бокали. А тут смотри, какой аполлон! Смотри, у тебя просто синие обострили. Пошли. Что за херня? Ты чё, надо к лету готовиться. Слушай, эти запахи. Что выбрать, это или это? Такой большой выбор. Конечно, я видела лучше, но спасибо. Надеюсь, ей понравится. Держи. Господи, я бы где-то забыл. Они же такие дорогие. Привет. Ну, привет. Ну что, давай знакомиться. Твоя тёлка просто... Ксю, я думаю, у нас с ним ничего не получится. В смысле не получится? Наконец-то, спустя год отношений, я сделал это. Тебе говорю, он с той шкуры сейчас. Потому что не выше одновременно из языка, понимаешь? Герман, знаешь, ты твою вести донесла. Тебе Галка видела у подъезда твою проститутку. Ты что, мне изменяешь? Блин, жаль какой-то. Ну так поедем, подымим. Ты меня приглашаешь? Ну типа да. А не желаешь ли сходить со мной в тюрьму? О, привет! Сколько лет, сколько зим! Ну, нифига ты изменилась, конечно. В смысле изменилась? Поправилась ты немного. Вот смотри, какой мамончик ты отрастила. Ты правда мамончик? Глаз у тебя. Чего он дергается? В смысле дергается? Успокойся, ты не жирная. Просто за телосложение мужское. Я еще в детстве заметила. Что? Как мужское? Что ты стоишь, как неродная? Проходи. Нет, мне уже пора, я, пожалуй, пойду. Я такая страшная. Блин, она такая красивая. По-любому у нее парень есть. Помни, что все комплексы только у тебя в голове. Я знаю, что делать. Да. Теперь точно мама не узнает. Занимайся на начальку, пойду. Можешь прикрыть мне дверь, мама? Конечно, за трое. Ждал за мной. У меня 10. У меня только 5. Как раз на сухарики хватит. Ну что, кстати, как тут рассчитываться? Так, чек на 1200, тебя 600. Ночных дорог шла босиком. Надеюсь, урожай будет хороший. Что-то морковь вообще плохая в этом году. Ладно, может быть, остальная хорошая. Серьезно? Что за бред? Алло. Привет, что делаешь? Да морковь собираю, как назло, зараза, ни одной хорошей нет. А я ведь так за ней ухаживала хорошо. Я сейчас приду. Да тьфу на тебя! Зря ты ушла и не довела дело до конца. Нах, земли. Всегда борись до последнего и никогда не сворачивай на полпути. Ну что опять я вдохнулся, смотрю часами на нее. Такая большая жопа, сиськи, как же мне с ними с ней повезло. Сегодня праздник у девчат. Вот моя голубка идет, летит на крыльях любви, я обожаю ее ямочки. Что-то холодно. Гриш, можешь уже отдать мою куртку, наконец? В смысле? А как же я? Не нужно быть такой эгоисткой. Как же холодно мне сейчас. Это севастопольский настоящий материал. Держи.
Уже месяц вместе, почему до сих пор никто не знает? Ну вообще-то я тебя с родителями познакомил. Зато ни одной фотки со мной в инсту не загрузил. Ты вообще не серьезный. Ну вот, теперь весь двор будет знать, что мы вместе. Слушай сюда, ты должна меня отпустить. С пацанами пивас попить. Нинка, в стране развал. Ты должна отпустить меня на войну. Я и наш малыш будут ждать тебя. Ты посмотри, посмотри, это же Верка с нашего класса. Она жирная с самого рождения. Да я вообще на нее никогда не посмотрел. Она, наверное, такая ленивая, жопу с дивана не может поднять. Она по-любому уже давно отупила от своего жира. Да и не только от жира. А жрет, наверное, за троих. Че осуждать-то? Пошли отсюда. Что случилось? Да меня отчислить могут, если я контрольную не сдам. Давай тебе помогу. Индийская мудрость гласит, неважно, как выглядит сосуд, главное, чем он наполнен. Неужели развалюха у Митяя в гараже подействовала? Это же человек из будущего, чтобы спросить. Октябрята дружные ребята! Чего? Ой, а Сталин уже правит миром? Ты, походу, обкурилась, девочка. Одни наркоманы кругом. Что? Наркоманы? Это партия такая? Всем привет, с вами Гриша Блогер, и сегодня я расскажу, как хайпить на пустом месте. А вот зачем ты держишь кусок железа, ты еще говоришь с ним? Ты вообще кто такая? Я Нинка из СССР. Нинка, смотри, это камера, я блогер. Ты, походу, реально из нашего века. И вообще, у нас тут каждый второй блогер. Можно я тоже стану, но этим, блогером? Конечно, только поработай над имиджем. Ты что стало-то? Слушай, у меня в сумочке где-то свекла была. Ну, подрумянится. Имидж. Ой, всему тебя нужно учить. Идем. Ты точно хочешь стать блогером? Честно, пионерская, как хочу. Ну, смотри и записывай. Первое, поменять стиль. Второе, придумать имя. Мое имя Нинка Прокофьева. Тебе подойдет Нинель Уями. Нинель с чем? Ух ты, извращенец! Успокойся. Третье, мое любимое, устроить скандал и пропиарить. Поменять стиль. Всем привет. И сегодня... Криш, я поменяла стиль. Ты же просто кроссы поменяла. Ну, знаешь, если я с того века, это не значит, что я не могу купить себе красивую обувь. Придумать имя. А как держать-то? Товарищи, с вами Нинка с того века. Как устроить скандал? Ну, можно просто родить. У вас одно на уме. Давай второе. А приколись над людьми. А это противозаконно? С вами Нинка. И сегодня мы пранканемся. Ой. 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 Как ты тут вообще? Я тебе хлебушек принес. Какой хлебушек? Вот выйду вообще звездой стану. У меня прибавление подписчиков пошло. А ты задавалась когда-нибудь вопросом, какими мы будем бабушками? Ой, ну даже не знаю. А давай представим. А давай. Сегодня мы снимаем для наших внучков, как мы готовим покушать. Yeah, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Вот это сыро. Я своему бэшеру посвятила. Это помнишь, когда мы познакомились. Да, дружба на век. Да. Ну что, может молодость так вспомним, а? Здесь так красиво, я перестаю дышать. Ой, ой, я реально дышать перестаю. Ой, ой. Вот я чем заварила. Да, грейпфрут дыня. Ой, кайфовый. Мама крутыми были, вообще крутыми. Ребят, не переживайте, мангал — это мое второе имя. Сейчас огонек ты должен быть. Так лучше зажигалку. А, давай. Это же огонь! Сейчас на природе и будем использовать то, что она нам даст. Листок для соуса, кора дерева для тарелки. Ребят, все готово, все за стол. А где вся еда? А, да хорошо, что вы перекусили, взяли. Вообще, ваши шашлыки — это так все долго. Дроп вообще слишком мало. Ну кто так их насаживает? Соуса мало. Так может, сама приготовишь? Не, я только советую. Три подруги. Ребят, мои друзья живодеры, ну как это можно есть? Пойду лучше влагу сделаю, и вам тоже советую.
домой без меня.